Ну что, друзья, продолжение следует. A few moments later. Всем доброго времени суток. Наливайте кружечку чая, берите вкусный пирожок, а мы начинаем, как помним, в прошлый раз мы не могли заехать. Сейчас попробуем еще разок. Подключаем полный привод. А? Почему это? Ну, то есть на заднем приводе. Вот подключай полный.
Ну что, друзья, ДТ-75 доставили. Теперь ждите, когда будем планировать здесь землю, убирать песочек. Так что, если понравилось видео, ставим лайк, пишем комментарий внизу под роликом. А всем до новых встреч. Всем пока. К700 Т150 у нас справился. Полный привод у него работает. Хорошо все. Так что, всем до новых встреч. Всем пока.